space, there is such section in this problem. And now, Konstantin Kalentyev. So, experience of a Russian guy working at kiwi.com. I guess it will be in Russian, yeah? So for everyone to understand better, we have your crazy presentation if you need. You need to plug in your MacBook, yes? This one, yeah, okay. Добрый вечер. Довольно импровизированная презентация без особых технических деталей. We had some technical details already. Yes, it's important. It's... Да, главное на русском. Давай. Наконец-то хоть что-то мы поймем тут. Работе в Киеве. Как я нашел эту работу, как получилось переехать. Почему я решил работать в Киеве? Довольно долго был работать в Москве. Это стало довольно скучно для меня, решил попробовать что-то новое. И посмотрев разные вакансии, остановился на Киеве, который прежде был скайпикером. Интерес вызвал тем, что компания работает непосредственно на пользователей. Соответственно, если что-то делаешь не так, это сказывается в тот же момент. Другой момент то, что это начинаешь как стартап, и, как уже было сказано раньше, довольно сильно выросло. При этом до сих пор остался дух компании стартапа, что тоже важно. Расположено территориально расположено в Брно, небольшой город в Чехии. Пройдя собеседование, я начал работать удаленно, параллельно начал получать визу, так как это долгий процесс, 3 месяца. Я начал работу удаленной. Писал. Моя задача была писать скрэперы. Как было сказано в другой презентации, мы оперируем с большим объемом данных, и один способ получения данных – это непосредственно с сайтов авиалиний. Соответственно, часть задачи стоит в получении этих данных. А дальше я переключился на часть – это автоматизация входа в управление бронированием, так как мы после того, как нашли вариант рейсов, мы продаем целую комбинацию как единый букинг, единое путешествие. И мы, соответственно, берем дальнейшее управление, обслуживание всей комбинации. После того, как я получил визу, я переехал довольно вкратце. Хотел сказать, что представляется компания была представлена проживание. И на данный месяц это было довольно удобно, чтобы спокойно найти квартиру. В целом все довольно похоже на Москву и не составило решение. Чем я занимаюсь на текущий момент? Я по-прежнему занимаюсь автоматизацией. Занимаюсь автоматизацией покупки дополнительного багажа, так как целое путешествие, то есть набор из рейсов может содержать разные компании. Задача скриптов автоматизации – это покупка, скажем так, пользователей в нашем сервисе заказывают одним кликом купить еще один
сумку, еще один багаж. В дальнейшем все делается автоматически за счет скриптов. Вкратце, она технология, которую мы используем. Также о них уже было раньше сказано. Postgres, Redis. Для ведения логов и отладки мы используем Elasticsearch / Kibana. Это довольно удобно, потому что у нас большое количество серверов. В качестве менеджера репозитария в текущий момент мы используем GitLab. И тоже, как было показано, мы используем ReNet.js Docker. Часть старого кода, который работает еще без использования Docker, и в том числе мы занимаемся переходами. И такой еще момент, то есть помимо работы, в чем еще была разница в сравнении с Москвой, потому что город большой по сравнению с Москвой, и не нужно тратить много времени на транспорт. Дальше он расположен в центре Европы и довольно удобен для путешествий. В свободное время можно также кататься на велосипеде, если я обнаружу, что довольно развитая сеть за пределами прямой. Собственно, на этом все. Спасибо. Спасибо, Константин. Кстати, вот эту комнату мне очень нравится. Вот здесь вот замок. Приедете в Брно, пройдете, подниметесь, и классный вообще вид на город оттуда. Я люблю Чехию, знаете, да. Я там жил 3 месяца в 2014 году, люблю Чехию. Спасибо еще раз, Константин.